условно Люблин. Нас только она была возможность представлять немецкий продукт на основе антрацитовой серой в массе. И на российском рынке уже буквально скоро заводы будут производиться на такой же антрацитовой серой основе в массе. Вся линейка ассортимент от 60-й, 70-й, 80-й системы. Как это будет? Выглядит это следующим образом. Вот, например, я открыл Intellio. Номинация здесь черный, ну, Black Ultimate, да, его еще называют. Черная и основа здесь антрацитово-серая, вот эта часть. Это не крашеная, это именно антрацитово-серый цвет. Сочетание с... стакан, кто-то не добил. Сочетание с черной дистанционной рамкой. Вот видите, да, как она выглядит. Это, ну, полностью черная. Смотрится это вот так. Вот окно мы переводим в режим проветривания, и здесь у нас по цвету все, ну, одинаково. Нет вот этого белого элемента, который, как правило, либо прокрашивают и с этой краской, ну, знаете, что такое покрасить, да, и когда это полностью масса.